Вынесен приговор жителю Владивостока, который пытался продать шкуру амурского тигра. Мужчина приговорен к реальному сроку лишения свободы — год и 4 месяца. Уссурийск признан самым открытым муниципалитетом Приморья. Город лучше всего отвечает на жалобы и предложения жителей и привлекает граждан к местному самоуправлению. На втором месте Находка, на третьем – Арсеньев. В Приморском океанариуме погиб скат-орляк. Вскрытие показало у животного кровоизлияние в мозг. Заключения о гибели пока нет. Причину устанавливают сотрудники отдела ихтиопатологии. Просроченная икра маки масага была остановлена на пути в Японию инспекторами Россельхознадзора. 209 килограммов пропавшей зеленой икры моевы отправили из Владивостока. Приморская государственная картинная галерея празднует день рождения. Главным подарком для музейщиков и приморского зрителя стало произведение русского художника 20 века Зинаиды Серебряковой под названием «Тата и Катя Серебряковы». Новый экспонат уже в галерее Владивостока. А наш город вошел в первую десятку самых тусовочных городов страны. Рейтинг составили по результатам анализа летних уличных фестивалей и концертов.